если мы, скажем, возьмем 10 лет назад, 8 лет назад, то, с одной стороны, экономически это было очень хорошее для Украины время, потому что мы сырьевая страна, высокий на 96% наша экономика коррелирует с сырьевыми индексами, вот, и когда эти индексы летят вверх, то у нас экономика летит вверх. Когда они летят вниз, соответственно, это то же самое относится к нашей экономике. Вот, поэтому вот, когда они летели вверх, это 2006 год, 2008 год, да, вот, у нас очень много строилось, и в том числе и коммерческих объектов, и офисов. Вот. К сожалению, с другой стороны, не было культуры еще, культура строительства, культура философии вообще девелопмента и увы, проектирование, как бы она не поспевала за вот такой вот открывшейся возможностью в реализации, да, вот, и много халтуры, на самом деле, было построено в то время. Это очень досадно, потому что эти объекты, они как пробка, вот, в настоящее время стоят, вот, если бы они не были построены тогда, то сейчас бы был шанс построить, ну, более умно, более интересно и занять вот этот вот спрос. А так, вроде бы, эти объекты отвечают на спрос, ну, есть квадратные метры, можно их использовать, но создают они качество, да никакое качество, они, наоборот, очень часто уродуют всю среду, в которой они находятся. Вот. Ну, наверное, это тоже определенная болезнь роста, которую сложно избежать. Вот. И сейчас в отношении коммерческих объектов ситуация двоякая. С одной стороны, спрос очень вялый, а с другой стороны, опять же, остается, вот благодаря предшественникам, огромный дефицит качественной среды. Вот наш пример, как бы, с другой стороны баррикады. Вот мы наш новый офис недавно, так сказать, вот, открыли и начали использовать. Вот. И мы провели поиск по всему городу, мы искали хорошее пространство. Вот. Мы готовы были платить неплохие деньги. Вот. Но за качественное пространство, за качественную хорошую среду мы не нашли такого комплекса. То есть мы понимаем, что да, его можно построить, да, как бы в наших проектах мы получим это качество, но, извините, мы это получим через несколько лет, а нам нужно работать уже сейчас, и, ну, мы настроены. Поэтому вот нами было принято решение воспользоваться ситуацией, когда вот в здании, в котором, собственно говоря, мы уже много лет находимся, вот, но на других этажах наши помещения находились, освободилось пространство с высоким потолком, как бы, да, с большим количеством кубических метров воздуха, вот, в пересчете на количество сотрудников. Вот, и мы решили, что лучше мы будем здесь, потому что в других офисах мы все равно не получим того качества, которое нам нужно. А таких компаний, как наша компания, их не так мало, на самом деле. Вот, новое качество бизнеса, открытое, настроенное на инновацию, на обмен информацией, вот, на быстрый динамический, в общем-то, стиль и работы, и принятия решений, и отдыха, вот, их становится все больше, и пространства, которые бы обеспечивали вот такой спрос, их мало, и они пользуются повышенным спросом. Вот. И в частности, вот и в наших проектах мы сейчас стараемся создавать пространства, в которых, ну, вот, для нас это, ну, скажем так, очень просто. Мы создаем пространство, в котором нам самим бы хотелось находиться, жить, работать и отдыхать. Вот это будет новое качество.